С сентября текущего года госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан применяет новую форму работы по профилактике нарушений правил дорожного движения, связанных с превышением скорости. Теперь комплексы автоматизированной фиксации нарушений ПДД передают информацию о транспортных средствах, водители которых превысили ограничение максимальной скорости более чем на 60 км в час, ближайшим нарядом ДПС. Сотрудники ГИБДД останавливают нарушителя и составляют протокол. В дальнейшем материал направляется в суд, где водителя привлекают к ответственности вплоть до лишения права управления транспортными средствами. Данная методика профилактики нарушений скоростного режима получила название «Рубеж». С момента начала работы к ответственности было привлечено более 20 водителей.